меня был вопрос, может ли человек, который не знает английского, заговорить на нем лучше. И после того, как я приехала туда третий раз, я нашла ответ на вопрос и теперь понимаю, что это да. Мне очень нравится, что в лагере очень много иностранцев. Классно. Единственный тест. Очень сильный рывок, особенно в спикинге. Где-то после третьей-четвертой смены у меня уже пошел очень сильный рывок, я уже решил даже учиться за границей. Это из-за того, что здесь просто обалденный став. Здесь веселые уроки английского, здесь можно научиться делать проекты. Я начала легче говорить по-английски и нашла себе новых друзей.